Приветствую всех зрителей моего канала. Вчера мы получили усилитель. Вот, и получается у нас у этого усилителя есть возможность выдачи звука на две колонки. Вот, ну, типа в стерео. Я решил это проверить перед тем, как установить на колонку. И обнаружил одну особенность. У этой колонки, вернее, у этого усилка есть такая фигня, как искажение звука. Ну, то есть, усилок слабый, на самом деле, для двух колонок. Для одной колонки вообще за глаза рвет и мечет. А вот две колонки не вытягивает, хотя у него, типа, есть эта возможность. Вот мы сейчас глянем. Вот видите, два подключения в стереорежиме. И сразу еще скажу, вот поскольку у меня получилось, как говорится, подключить две колоночки вместе, разные, Амфитон и Союз, я вам скажу, что Союз как будто тише, его не особо сильно слышно. Я в основном вот здесь все слышу. И даже вот фон, который дает усилитель, он здесь слышен. Вот эти вот все регулировки я выкрутил на максимум, как и здесь. Но больше слышен амфитон. Ладно, что, давайте я вам покажу, как это все звучит при подключении двух акустических колонок. Так. Реально ее лучше слышно. А что ты? Теперь слушайте, я во время записи, так скажем, в онлайн, отключу этот правый канал и посмотрим, послушайте, как в принципе звучание поменяется. Я выставлю середину настройки баса, вот максимальный звук, и слушаем, как меняется звучание при отключении одного контакта. В общем, смотрите, сколько получается баса нужно убрать. Вот мы убрали где-то 5 точек. Да, вот. 1, 2, 3, 4. Да, 4 точки. 4 точки убрали для того, чтобы получить чистый звук. Но при этом, естественно, она громкая колонка. Ну, вообще, система эта из двух колонок. Так что, в принципе, подключаться можно, но бас у нас искажается. Здесь как бы проблема в басе. Так что усилок как бы хорош, но для одной колонки. Ладно, скоро будем пилить колонку. Крышку здесь, сзади. Как я и говорил, ребят,
Я просил вашей помощи, репосты, просмотры, лайки, комментарии и так далее. Вы этого не сделали. А мне тогда зачем торопиться? Ну, не хотите, не хотите. Как получится, тогда и выкину видео в интернет. Всем пока!